Всем привет! Мы в Крокус Сити Океанариум. Он находится в Красногорске. Вот сейчас мы в зоне рыбы, озер и рек. Возле аквариума такая электронная вывеска. На ней можно найти описание о рыбе, которая плавает в аквариуме. Есть такие маленькие рыбки. Уже сняла не одно видео про рыб. Смотрите на нашем канале, очень интересно. Долго здесь не будем задерживаться. Впереди много всего интересного.